И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас, наконец-таки, видеоролик с открытием и с рассказом о том, вообще, как у нас прошли последние интересные выходные, в которых были и особые миссии, и много чего другого. Как вы знаете, сейчас у нас новый челлендж, как бы на 3000 звезд, поменяли немножечко систему, поменяли все как... Все как происходит, особые миссии теперь также, в особых миссиях также теперь дополнительно выдают звезды. Сегодня я уже полноценно закончил все особые миссии. В сумме у меня получается будет, сколько, 9 ультраконтейнеров. И сегодня полноценно мы их откроем, поговорим еще немножечко о миссиях. Поговорим о карте, да, многим, я думаю, что интересно вообще узнать мою точку зрения по поводу этой карты и о том, что это уже первый полноценный ивент, в котором вы можете играть на ивенте исключительно в HTML-версии. И, к слову, к этому я могу сразу сказать то, что я играл на нем, да, как бы, ну, я по-другому миссии все эти выполнить бы не мог, потому что надо было там поймать золотые ящики. Именно на данной уникальной карте. И я вам скажу, что версия не так уж и печально работает, как я думал. Понятное дело, что у меня горело, понятное дело, что у меня была непривычка. Карта тоже как бы... Не, карта хорошая, типа карта окей, все в плане ивента, все четко. Ну, за исключением, то есть, как бы, того, что мне неудобно до сих пор играть на HTML, и я до сих пор не поддерживаю полноценно данный клиент. Мне он не нравится в определенных моментах, но он уже стал немножечко более приятным, даже, ну, если просто обратить только на один факт того, что у меня было 0 квитов. 0. То есть, вот если раньше я заходил в HTML-версию, я начинал катать, у меня были криты. То есть там то серый экран, то еще какая-то дичь произойдет, то там еще какой-то другой лаг. То сейчас я, например, зашел, да, и у меня за 2 дня, которые я катал, не было ни одной крит ошибки. То есть ни разу у меня клиент не вылетал, да. То есть понятное дело, что с флеша у меня бы вылетало бы там, я не знаю сколько раз. Ну раз 50 минимум, минимум я бы обновлялся. То есть здесь 0. Это уже как бы, ну, успех хоть в чем-то. Понятное дело, что там камера до сих пор мне неприятна, до сих пор я не могу привыкнуть к этим интерфейсам, которым я не готов как бы сейчас, да, переходить полноценно и играть. Но так, сам ивент мне понравился. Насчет челленджа высказываться, наверное, пока что еще рано. Я по этому поводу пока что ничего говорить не буду забегать вперед. Когда полноценно я его закончу, тогда я смогу уже высказать свою точку зрения и... Ну, скажу все, что думаю, да, если уж до этого начала вообще челленджа, когда был только анонс, я высказал одну точку зрения, когда он закончится, я скажу, что уже у меня как бы на душе и как оно вообще на самом деле произошло. Пока идет более-менее нормально, сегодня как бы 4 октября, у меня уже почти половина челленджа готова. Но это только благодаря тому, что очень большое количество заданок я выполнил. Хотя на постоянной основе до этого я их так не выполнял. Ладно, все, больше ничего говорить не буду. Все, что хотел, уже сказал. Открываем сегодня конты, эти полноценные 9. Надеюсь, что с них мне что-нибудь годное дропнет. Дополнительно еще у меня тут плюс 150, если я не ошибаюсь, звезд. Поэтому мы все вот так вот быстро забираем. Надеюсь, что у меня все забралось, потому что я сталкивался с багом, когда не забираются полноценно все заданки. Но я так понимаю, что сейчас у меня все забралось. Звезды плюсанулись или нет, не знаю. Но контейнеры. Контейнеры тоже не появились. Где контейнеры мои? Где мои контейнеры? Давайте попробуем быстро сейчас обновиться. Потому что я не знаю, что за дичь произошла. Но контейнеры мои не прибавились. По-быстрому обновляемся. Надеюсь, что сейчас все четко, полноценно сработает. Еще и тут это слетает все. Жесть, этот HTML. Ну, вот не оптимизирован HTML, конечно, под OBS. Это, конечно, немножко печалит меня. Когда ты сталкиваешься со всякими проблемами такого характера, что у тебя не захватывает экран. Это, конечно, немножко печально. Так, надеюсь, что сейчас все будет четко. Надеюсь.
что мне больше не придется тратить время на такие моменты. И здесь будет уже все по бомбочке. Да, наконец-то, девяточка есть красивая. Так, ну и открываем. Открываем по единичке. Кто не знает, 25 последних ультракантов я открывал, мне ничего не выпало. Сейчас плюс еще повышенный шанс якобы выпадения хорошего дропа. И открываем мы на HTML версии. Надеюсь, что здесь, ну, что-нибудь упадет. Пока 3 белых, 4 белых, 5 белых, 6 белых, 7 не белое. Утяжеленные конструкции на титан. Это уже успех. 8. 10 кокри. А, это был 9. Ну, я почти расстроился. И думал, что я ничего не выбил. Но хотя бы одно устройство выбил, хоть и оно, по идее, мне вообще не надо. Да, это устройство, которое мне не надо. И, наверное, оно может служить мне только тем устройством, которое я когда-нибудь, возможно, таки одену в какой-нибудь ББПшке в ЦП. Но и то, это, наверное, очень-очень-очень слабо реализуемо. Но я почти сгорел. У меня было до этого стрик из 20 белых, может даже больше, ультракантов. И тут мне хотя бы из девяточки выпало одно устройство. И начиналось все, конечно, максимально плохо. Но имеем то, что имеем. Кристаллов у меня 260к. Потихо возвращаю себе количество крисов. Это значит, что прокачка дронов полноценно уже совсем скоро будет продолжаться. Уже и так тут дроны какие-то у меня выкачаны, какие-то прокачиваются дальше. Но с кристаллами пока, конечно, небольшие проблемы имеются. Я надеюсь, что в ближайшее время мне удастся где-то еще больше подфармить. Я и так на этом ивенте сумел поднять 250к. И это для кого-то может быть очень большая цифра. Для меня это не такая большая, но все-таки все равно приятный бонус, что ты хоть что-то зафармил и полноценно поднял, и можешь их уже дополнительно вкинуть в прокачки, когда ты сейчас уже на постоянной основе, как только у тебя заканчивается прокачка какого-то дрона, выкачиваешь сразу следующий шаг без ускорений. Поэтому кри нужны. На хоппер я тоже потратился, но что касаемо хоппера, то он мне нужен был лишь для того, чтобы набить миссии. Поэтому сейчас я его буду прокачивать, но буду его также прокачивать без ускорений дополнительно, чтобы не вкидывать довольно большое количество кристаллов, потому что кристаллов у меня, как вы видите, особо нету. Ну и тогда уже полноценно, потихонечку мы все выкачаем. Вот такой вот видос сегодня у нас получился. Если вам понравилось, если вам зашел, если вы сами катаете еще на всяких таких ивентах, если вам это заходит, можете написать вообще и полноценно свое мнение, да, по поводу данного, например, ивента, по поводу того, что сейчас вообще происходит. Заходит вам, не заходит. Ну и как вам вообще открытие, что вам падает с ультракантов? Мне сегодня хотя бы одно устройство выпало, но я не могу быть так позитивно как-то настроен. Если бы мне бы упал бы кризис, это было бы другое дело. Но так как мне он не дропнул, а упало всего лишь устройство на титан, то как бы с одной стороны хорошо, что хоть что-то упало, с другой стороны, конечно, немножечко обидно то, что хоть и там какой-то есть повышенный шанс выпадения, но мне ничего такого сверх жестко крутого не падает. Но уже по устройствам полноценно осталось у нас где-то около двадцаточки. Поэтому как-то так. Поддержите видео с лайком. Подпишитесь, будет еще вдвойне приятнее. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.